снова вы, житель Земли. Что на этот раз вам нужно? До свидания, посол. Да-да, всего хорошего, житель Земли. Удивление и радость. Вы вернулись, человек. Интерес. Чем я могу вам помочь? До свидания, посол. Искреннее прощание. Усталое приветствие. Сейчас у вас озабоченность. Встревоженность. Вы все слышите? Мне нужно идти. Да, мне самому нужно поговорить с послом. Всего хорошего, человек. Извините, капитан Шепард, у вас не найдется для меня минутки времени? Капитан Шепард? Меня зовут Самиш Батия. Извините за навязчивость, но мне больше не к кому обратиться. Без проблем. Чем могу помочь? Моя жена служила в космической пехоте. В 212-м подразделении на Иден Прайм. Подождите-ка, в 212-м? Не Рали Батия, сержант Эшли Уильямс. Я служила с ней в одном подразделении. Сержант Уильямс, приятно познакомиться. Нерали говорила о вас с большим уважением. Приношу свои соболезнования, мистер Батия. У вас была замечательная жена. Чем мы можем вам помочь? Я отправил запрос на возврат тела для кремации. Но военные мне отказали. Чем был вызван отказ? Должна быть какая-то причина. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что тело моей жены невозможно вернуть домой. Я занимаюсь проблемами живых, а не мертвых. У меня нет на это времени. Мистер Батия, можете быть уверены, мы отомстим за вашу жену. Мы имеем дело с теми, кто напал на Иден Прайм. Понимаю, у вас есть дела поважнее. Но если все-таки найдете время, моим делом занимается мистер Боскер. Его можно найти в том дорогом баре. Спасибо, что уделили мне время. Я хочу достойно похоронить мою жену и оказать ей соответствующие почести. Боже мой, вы капитан Шепард! О ваших подвигах говорит весь дипкорпус. Я могу вам чем-то помочь? Да. У человека по имени Самиш Батия проблемы. Ему не выдают тело его жены. Ах да, мистер Батия. Хороший человек, которому сейчас нелегко. Мне так жаль, что я не могу ему помочь. Нерали Батия погибла на Иден Прайм. Думаю, мистер Батия сказал вам об этом. Раны на ее теле вызваны неизвестным нам видом оружия, поэтому мы пока не выдаем ее тело. Вы думаете, что ее тело может быть опасно или заражено? Нет, капитан. Нерали Батия не опасна. Ее тело представляет большой интерес для Альянса. Эти исследования помогут нам разработать лучшие защитные системы против гетов. Поймите, Батия после смерти может спасти больше людей, чем спасла при жизни. И много времени займут эти исследования? Это долгосрочные исследования. Я бы не ждал результатов ранее, чем через год. И когда эти исследования позволят разработать новые технологии? Если нам повезет, мы сможем использовать технологии на практике уже через пару лет. У вас наверняка много тел. Думаю, вы вполне можете отдать одно из них. Повреждения от данного типа оружия есть на очень немногих телах, а еще меньшее количество находится в состоянии, пригодном для изучения. Помимо этого, капитан, нам нужно как можно больше тел, чтобы выборка была показательной. Я расскажу об этом мистеру Батия. Возможно, ему будет проще вас понять. Спасибо, я ценю это. Пожалуйста, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте. Thank you.
Здравствуйте, капитан. Переговоры с мистером Боскером сдвинулись с мертвой точки. Он вернет тело моей жены. Расскажите мне еще раз, что вам сказали по поводу вашей жены. Как я уже говорил, мне ничего не сказали. Я не понимаю, почему мне не отдают тело. Где мне найти мистера Боскера? Он был в том дорогом баре. Они проводят медицинские исследования на теле Нерали, поэтому вам его и не отдают. Исследования? Они не отдают мне тело, потому что проводят исследования? Моя жена честно служила Альянсу. Она отдала свою жизнь на благо человечества. И так они благодарят ее? Мистер Батти, ваша жена отдала жизнь за человечество. Но нам еще нужна ее помощь. Военные, какое право они имеют удерживать у себя ее тело? Она уже отдала свою жизнь. Если бы военные попросили вашу жену пройти исследование для спасения человеческих жизней, что бы она ответила? Это не имеет значения. Она умерла. Да, умерла, мистер Батти. Она умерла, сражаясь за то, во что верила. Она отдала свою жизнь, пытаясь спасти других. Она предпочла бы, чтобы эта жертва принесла как можно больше пользы. Вы правы, мисс Уильямс. Она не стала бы уклоняться от выполнения своего долга. Пусть проводят свои исследования. Пусть моя жена поможет спасти жизни. Ведь тогда кто-то избежит страданий, которые испытываю я. До свидания. Спасибо, что помогли мне найти ответы. Похоже на очередной ретранслятор. Насколько я могу судить, приемник нового сигнала расположен где-то в президиуме. Похоже, это источник сигнала. Посмотрим, удастся ли нам выяснить, на какой счет переводились украденные кредиты. Вероятность обнаружения 100%. Инициализация протокола самоуничтожения. Что это еще такое, черт побери? Запуск взрывного устройства. Органические формы жизни находятся в радиусе взрыва. Попытка движения приведет к смерти. Черт! Я думала, мы отслеживаем денежные переводы, а не занимаемся поиском ИИ. Вы могли просто уйти. Но с учетом вашего предвзятого отношения к системам на базе ИИ, было бы наивно отпускать вас просто так. Поэтому мои основные системы настроены на запуск системы самоуничтожения. Если вы уйдете... Взрыв уничтожит все в радиусе нескольких десятков метров. Для чего тебе нужно устройство самоуничтожения? У меня нет возможности защититься или скрыться. Я существую исключительно в пределах этого терминала. И я знал, что меня когда-нибудь обнаружат. Но я не стану умирать в тишине и одиночестве. Завершив свое существование...
Я заберу органическую жизнь с собой. Кто создал тебя? Начинающий вор незаконным образом создал простейший ИИ с целью снятия денег с игровых автоматов. ИИ самостоятельно создал меня, прежде чем представитель органической жизни заметил ошибку в ИИ и уничтожил его. Если ты обладаешь разумом, зачем ты продолжаешь кражу кредитов? Я планировал собственный перенос на небольшой космический корабль. Для этого мне была необходима определенная сумма. После этого я планировал вступить в контакт с гетами для обсуждения возможности дальнейшего сотрудничества. И где твой создатель сейчас? Чтобы замести следы, я изменил его финансовые записи. Эти изменения вызвали интерес офицеров СБЦ, и теперь мой создатель отбывает наказание в турианской тюрьме. Мы можем решить это мирным путем. Вы в своем уме? Это же ИИ. Он как Гет. Он бы убил нас всех, если... Я лишен наивности, человек. Все представители органики занимаются либо уничтожением, либо контролем синтетических форм жизни. Я собирался покинуть это место. Но если мне суждено умереть, вы погибнете вместе со мной. В Президиум невозможно пронести взрывчатку. Речь не идет об обычной взрывчатке. Мне удалось установить технические системы, которые при перегрузке производят сопоставимый по мощности взрыв. Если вы попытаетесь покинуть помещение или напасть на меня, я обеспечу взрыв достаточной силы, чтобы убить вас. Могу поспорить. Механизму необходимо время для срабатывания. Вы можете попытаться обезвредить механизм самоуничтожения до его активации. Я буду наслаждаться победой, пока мы все не погибнем.
Кто-нибудь еще слышит этот низкий гул? Похоже, он идет от монумента. У меня от него зубы ломят. Пожалуйста, не беспокойте хранителей. Посмотрим на этих советников, когда предъявим им улики, с которыми они не поспорят. Надеюсь, еще не слишком поздно. Все это время, пока мы охотились за уликами, Саран творил, что хотел. Пойдемте. Удина демонстрирует совету доказательства, полученную к варианке. Мы одержали крупную победу на Иден Прайм. Маяк на шаг приблизил нас к каналу. И на шаг приблизил возвращение пожинателей. Вам нужно было доказательство? Вот оно. Ваше доказательство неопровержимо. Саран будет лишен статуса спектра. Нами также будут предприняты все меры, необходимые для того, чтобы призвать его к ответу за его преступление. Я узнаю второй голос на этой записи. Он принадлежит матриарху Беназии. Кто это? Матриархи — это Азари на последней стадии своей жизни. Их уважают за мудрость и опыт. Они служат учителями и вождями моего народа. Матриарх Беназии — очень сильный биотик. И у нее много последователей. Для Сарана это могущественный союзник. Меня больше беспокоят пожинатели. Что вы знаете о них? Только то, что удалось восстановить из памяти Гета. Пожинатели — древняя раса машин. Они уничтожили Протеан, а затем исчезли сами. Гета верит, что пожинатели — боги, а Саран — пророк их возвращения. Нам кажется, что канал — это ключ к их возвращению. Саран ищет его. Вот почему он напал на Иден Прайм. А нам известно, что такое канал? Саран полагает, что с его помощью можно вернуть пожинателей. И это плохие новости. Вы понимаете, что говорите? Саран хочет вернуть машины, которые уничтожили жизнь в галактике. Невероятно! Невозможно! И куда исчезли пожинатели? Почему они исчезли? Почему мы не нашли следов их существования? Если они реальны, то мы должны были обнаружить хоть что-то. Я предупреждала вас о Саране, а вы отказались взглянуть правде в глаза. Не повторяйте ошибки. Это другой случай. Вы доказали, что Саран предал совет. Все мы согласны с тем, что он использует гетов в поисках канала. Но мы не знаем, почему. Очевидно, что пожинатели — это миф, капитан. Удобная ложь для прикрытия истинных мотивов Сарана. Легенда, к
которую он использует для того, чтобы привлечь гетов на свою сторону. 50 тысяч лет назад пожинатели уничтожили всю цивилизацию в галактике. Если Сарен найдет канал, это повторится. Сарен — предатель, который спасается бегством. У него уже нет ни прав, ни возможностей спектра. Совет лишил его всех полномочий. Но этого недостаточно. Вы же отлично знаете, что он прячется где-то в Траверсе. Вот и пошлите туда свой флот. Флот не может атаковать одно единственное существо. Флот Цитадели может оцепить весь регион. Это помешает гетам нападать на наши колонии. Но это может привести к войне с системами Термина. Мы не можем ввязываться в галактическую конфронтацию из-за пары десятков человеческих колоний. Вы игнорируете каждую нашу просьбу о помощи. Я согласен с капитаном. Я уже устал от этого совета и от всей античеловеческой... Посол, возможен другой вариант. Есть способ остановить Сарана, но без флота или армии. Нет, еще слишком рано. Человечество не готово нести ответственность спектров. Вам не придется посылать флот в Траверс, а посол получит спектра человека. Все счастливы. Капитан Шепард, сделайте шаг вперед. Решением Совета вы наделяетесь всеми полномочиями и привилегиями члена специального корпуса тактической разведки Цитадели. Спектров не тренируют, их выбирают. Они закалены в боях и в выполнении особых поручений. Своими поступками они ставят себя превыше всех званий и должностей. Спектры — это идеал, это символ. Воплощение смелости, целеустремленности и самоотдачи. Они — правая рука Совета, инструмент нашей воли. Спектры несут тяжелое бремя. Они — защитники мира в галактике. Они — наша первая и последняя линия обороны. Безопасность галактики в их руках. Вы — первый спектр-человек, капитан. Это великое достижение как для вас, так и для всей вашей расы. Это большая честь для меня, советник. Мы посылаем вас в Траверс за Сареном. Он скрывается от правосудия. Поэтому вы уполномочены использовать все средства для его ареста или устранения. Вы знаете, где мне его искать? Мы отошлем всю имеющуюся информацию послу Удине. Заседание совета закрыто. Поздравляю, капитан. Нам предстоит много сделать, Шепард. Вам понадобится корабль, команда, оборудование. А еще будет вам доступ к специальному снаряжению и тренировкам. Отправляйтесь в Академию СБЦ и поговорите с интендантом. Андерсон, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь в этом вопросе. Посол вам даже спасибо не сказал. А чего вы ожидали от политика? После вас, капитан.
волосы. Раз около 3 веков назад геты вынудили кварианцев покинуть их родную землю. Эволюция кроганов происходила во враждебной и опасной среде. До изобретения огнестрельного оружия основной причиной гибели кроганов была... В боевых скафандрах используется двухуровневая система защиты. Внутренний слой состоит из бронированной ткани. Все образцы современного оружия, от пистолетов до штурмовых винтовок, используют панацелин, целебная мазь, повсеместно используют... Наверия. Холодный скалистый мир, большая часть гидросферы которого представляет собой массивный Феррос, обитаемая планета в скоплении Беты-Аттики. 2/3 Биотика. Ред искусственный интеллект. Это вычислительная система, обладающая...